Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня мы играем на Amazon Holyplay, и сегодня у нас будет новое видео про глобальное обновление. Будет реально очень интересное видео. Сегодня я вам расскажу то, о чем вам не рассказывают другие ютуберы. Посмотрите видео от начала и до конца. Также не забывайте про лайки. Давайте реально постараемся на этом видео набрать 300 лайков. Я вам буду очень сильно благодарен. Также не забывайте подписываться на канал. Я играю, если что, на первом серваке, поэтому можете при регистрации вводить мой промокод. Мой промокод Кирилл Гейм. Капсом. На 5 уровне вы получите 50 тысяч, на 10 уровне вы получите 100 тысяч. Мой промокод можно вводить не только на первом сервере, его можно вводить на любом сервере Amazon Roleplay. Итак, пацаны, сегодня будет очень интересная тема, прям вы просто будете в шоке. Если вы стоите, я вам советую просто присесть, потому что инфа реально будет очень серьезная. Итак, пацаны, сегодня у нас будет такая тема, как деньги. Как вы знаете, в глобальном обновлении будет новая система оплаты домов. Будет часовая оплата домов, то есть там час вы будете платить 200 рублей, 1000 рублей, 2000 рублей и так далее. Но давайте начнем с простого, именно с дома низкого класса. Вот дом низкого класса, получается, скриншот у вас будет на экране. Дом низкого класса, оплата в час 200 рублей. В сутках у нас 24 часа, то есть получается 200 рублей умножить на 24, получается 4800 рублей. То есть 4800 рублей вы будете платить сутки за дом низкого класса. За месяц вы будете платить 144 тысячи рублей. Это за месяц вы будете платить за дом низкого класса. Вы скажете, да, ну неплохо, нормально. Это не так уж и много, 144 тысячи в месяц, эти деньги можно легко заработать. Но, пацаны, идем дальше. И дальше у нас получается здесь дом на Рублевке. Вот просто, пацаны, вы сейчас охренеете, реально. Я вам серьезно говорю, вы сейчас просто охренеете. Вот реально, если вы стоите, просто сядьте. Вот если вы владелец дома на Рублевке, просто лучше ляжьте вообще. Просто ляжьте и слушайте меня внимательно. Вы просто сейчас охренеете, как я охренел. Короче, дом на Рублевке, то есть коттедж. У него оплата в день 4200 рублей. Неважно, у вас дом будет с воска 10 миллионов, 20 миллионов, либо 30 миллионов. У них оплата в час одинаковая, 4200 рублей. Это в час вы будете платить. 24 часа вы будете платить 100800 рублей. 100800 рублей вы будете платить за сутки, получается. За свой коттедж на Рублевке. За месяц вы будете платить 3 024 000 рублей, пацаны. Бам, просто, бам. Взрыв мозга, реально, просто взрыв мозга. В месяц за свой любимый коттедж на Рублевке вы будете платить 3 миллиона рублей. Сейчас мы платим 50 тысяч в день. Мне кажется, выходит точно не 3 миллиона. Поменьше выходит. Реально выходит поменьше. За особняк в глобальном обновлении вы будете платить в час 5 тысяч рублей. За сутки вы будете платить 120 тысяч. А за месяц вы будете платить 3 миллиона 600 тысяч. Пацаны, 3 миллиона 600 тысяч вы будете платить в месяц за свой особняк семьи. Как вам такое, пацаны? Как вам такое? Нормально, да? Ух, ух, заебись просто. И получается, если у вас есть коттедж и есть особняк, вы будете в месяц платить 6 миллионов 700 тысяч, грубо говоря. 6 миллионов 700 тысяч вы будете платить в месяц за свой коттедж и особняк. В принципе, буду делать это я, потому что у меня есть и коттедж, и особняк семьи. Я хотел бы еще, конечно, посмотреть, пацаны, информацию насчет бизнеса, потому что, мне кажется, за бизнесы нужно будет платить еще больше. И там тоже будет оплата по-любому почасовая. Где-то, мне кажется, 10 тысяч рублей в час. Это будет выходить около, пацаны, 5 миллионов вы будете платить за, допустим, СТО, заправку, либо казино. Вы будете платить примерно вот такую вот сумму. Я точно информацию насчет бизнеса не знаю. Вот скриншоты именно домов у меня есть. Низкий класс, коттедж и особняк, у меня скриншоты есть. Да, вы можете сказать, вот это после глобального обновления изменят. Я думаю, нет, пацаны, они не просто так сразу поставили такие цены, потому что, вот эти цены еще были, получается, где-то, месяца три назад, чтобы вы понимали, поэтому я думаю, цены ни хрена не изменятся и, может быть, даже еще станут больше. Поэтому, пацаны, просто go высосить из вас все денежки. Мы даже не знаем, сколько там будет стоить система стробоскопов, пнемо, тонировка. Просто, пацаны, go высосит из вас все деньги просто. Сколько бы вы ни накопили, просто глобальное обновление у вас заберет все деньги, потому что тюнинг, я уверен, подорожает, оплата бизнеса подорожает, оплата домов подорожает. Я, конечно, очень рад глобальному обновлению, то, что там будет новый тюнинг, новый маппинг, новая карта, новые системы. Это, конечно, все очень круто, но то, что, там просто такие цены бешеные на оплату домов, особенно коттеджей и особняков. Я, честно, когда об этом узнал, я просто реально охуел. По-другому не сказать, реально. Я просто был в шоке. Давайте я сейчас даже остановлюсь и посчитаю, сколько мы сейчас платим денег. Я реально сейчас остановлюсь, возьму, калькулятор и посчитаю. Так, где у меня тут калькулятор? Калькулятор. Сейчас мы платим за бизнес, получается, 25 тысяч рублей, получается, я плачу в день.
За 100 я плачу 25 тысяч. Получается умножить на 30 дней, да? Получается 750 тысяч, пацаны. Это даже, я сказал, мало бы. Ладно, если бы там лям был, но 750 тысяч за 100 в месяц платить, ну это нормально, пацаны. Это реально нормально. Вот допустим, представим то, что у нас есть инфа, то за 100 нужно будет платить, получается, 10 тысяч в час. Вот просто представим, пацаны, представим. Вот давайте возьмем 10 тысяч, сначала умножить, получается, на 24, то есть на сутки. В сутки я должен буду платить 240 тысяч. Это так, мы представляем, пацаны, это не точная информация, я так чисто представляю, моя фантазия такая. И берем 240 тысяч, умножаем, получается, на 30. На 30 дней, то есть. И у нас получается 7 миллионов 200 тысяч. А если посчитать коттедж, особняк и 100, я буду где-то тратить 12 миллионов, получается, на оплату своего имущества. Итак, давайте теперь умножим, сколько я плачу за особняк в месяц. За особняк в месяц я плачу 50 тысяч. То есть 50 тысяч берем и умножаем, получается, на 30. Окей, умножить на 30. Равно лям 500. То есть я сейчас в месяц плачу за особняк 1 миллион 500 тысяч. А после глобального обновления я буду платить за него 3 миллиона 600 тысяч. Сука, в 2 раза больше, понимаете? В 2 раза больше я буду платить просто за особняк. В 2, блять, раза больше. 50 тысяч получается на 30, лям 500. То есть сейчас я плачу, получается, за коттедж лям 500, а после глобального обновления буду платить 3 миллиона. То есть тоже в 2 раза больше. Сука, они просто подняли налоги в 2 раза больше. Это реально просто пиздец. Я просто не понимаю, зачем это делать. Не, ну понятное дело, они делают это для того, чтобы, типа, ну, уравновесить экономику, чтобы она стала как бы получше там и так далее. Ну, блять, не таким же способом. Я реально, пацаны, в шоке. Если вы тоже охуели немножко, то просто поставьте лайк. На этом я предлагаю закончить. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Не забывайте вводить мой промокод. Также можете подписаться на канал, если вы не подписаны. И давайте постараемся набрать на это видео 300 лайков. Я вам буду очень просто сильно благодарен. Все, всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.